Когда я был молод и воображение мое не имело границ, я мечтал изменить мир. Став старше и поумнев, я понял, что мир изменить нельзя, и решил тогда изменить хотя бы свою страну. Но и страна не поддавалась изменению. Уже на закате жизни я взялся изменять свою родню, но и та меняться не желала. И вот на смертном одре меня осенило. Начни я преобразование с себя, возможно, родня последовала бы моему примеру. А их пример, быть может, вдохновил бы всю страну. И как знать, вероятно, мне бы тогда и удалось изменить мир.